Настя туда вот к дому. А Настя не поехала с пацанами? So, I remember from my childhood, here was a shop and a club with a cinema and disco. Ah, there used to be an old church castle, church. Там были склепы, склепы, и там вот захоронены были какие-то знатные люди. So and there were sons of people, Catholic people there. Да. Вот здесь был, значит, сельсовет. There was so. Но оно было как город, ты говорила? Ну, это уже было после войны. Вот я то, что я There знаю. There was a council here. Сельсовет. Кинотеатр. Клуб. A club. Кинотеатр. A там. Магазины. Shops. Отойдите. И там магазины. А где Макс? Он же поедет с папой. В автобус поедет. В общем, все здесь, короче говоря, вот сейчас вот такая разруха, что даже грустно и больно приезжать, вот душа болит, потому что мы бегали, здесь было много детей, сейчас никого нигде нет, я помню, дети мои были. So what happened? Здравствуйте, мальчик. When did it change? Economic situation. Did that happen around 91, around the time of independence? Юленька, здравствуйте, голубушка. Мы с ним в куклы играли. So they played with dolls together. А можно вот так? Что у тебя тут с головой? Пойдем сюда. Юлька, смотри сюда. Помню. Крыльцо. Да? Как ты ко мне в гости приходил, да. Ну так долго ждать. Все, видео снимаем.